Переезжие. Село в Лискинском районе Воронежской области. Входит в состав Щучинского сельского поселения. Село славится рыбалкой. Село было основано в 1704 году православными украинскими казаками, бежавшими от польского гнета. Первоначально село было расположено на другом месте, рядом с современным селом Щучьим. Однако в 20-е годы 18 века село переехало отсюда и название на более удобное место на берег реки Дон. Переезд был обусловлен более подходящими условиями. Наличие заливного луга, место богатого рыбой, хорошим черноземом, наличием дикорастущих плодовых деревьев. На месте прежнего села, место это называется селище, и сейчас можно увидеть остатки старых строений. В середине прошлого века здесь сохранялось предание, которое было записано краеведами. Вот оно. Прежде чем возникли Щучье и Переезжие, поселенцы жили в поле, на селище, где и теперь еще видны остатки стен от строений. Затем поселенцы переехали в Переезжую, откуда и получилось название этого селения, а потом уже отсюда перешли на Щучье. Все эти селения, по словам крестьян, были населены выходцами из разных мест. Из Бирюча, Валуек, Утянки, Красной, Веселой. Выходцы были людьми вольными, казаками. В середине 18 века несколько семей из села отделились и поселились на 2 километра северней, возле озера, богатого рыбой, особенно щукой, в честь которой новое поселение было названо Щучьим. В дальнейшем история этих двух сел была неразрывно связана. В документах 19 века иногда мы встречаем название Щучье-Переезжие, и только в конце 19 века всюду встречается Щучье, хотя Переезжие сохраняется как совсем маленький, но самостоятельный поселок. С 1708 года земли, где располагаются ныне села Переезжие и Щучье, стали крепостными землями помещиков Тивишовых. В 1818 году помещик Тивишов Иван Степанович продал земли, на которых находились села, поручику Станкевичу Владимиру Ивановичу, служившему в царской армии. В 1840 году земли были отданы помещикам в приданное своей дочери Надежде, которая вышла замуж за Карла Вульферта, немца по национальности. 19 марта 1916 года села Щучье и Переезжие были выделены в отдельную волость по просьбе Карла Вульферта. Главой стал приходской Кондрат Федорович, имевший авторитет среди сельчан. 29 октября 1917 года в село Щучье прибыл представитель большевиков из Острогожска, и на сельском сходе было принято решение передать власть советам. Председателем сельского совета стал бывший волостной староста приходской Кондрат Федорович. Во время гражданской войны земли, на которых располагались села, попали к белоказакам. Советская власть вернулась только к концу 1919 года, когда, согласно приказу главного командующего Деникина, вооруженные силы Юга России отступили и земли опять перешли большевикам. В январе 1930 года в Щучье на усиление колхозного строительства прибыли представители рабочей крестьянской партии Чернушкин и Плужников. В Переезжие прибыл тульский рабочий оружейник Федоров. На сельском сходе было решено провести сплошную коллективизацию, а также было принято постановление о раскулачивании 5 семей в Щучьем и 2 семей в Переезжем. Эти семьи вместе с семьями священником и диакона отправили в ссылку, их имущество было конфисковано в пользу колхоза. С весны 1930 года все население состояло в колхозах «Красный Дон» в Щучьем и «Хлебороб» – Переезжие. С июня 1942 года по январь 1943 года села попали под немецкую оккупацию. По воспоминаниям жителей села, на третий день немецкие войска пошли дальше, оставив венгерские части вермахта. Рядом с селами расположен знаменитый Щучинский плацдарм, где происходили ожесточенные бои. По дороге, ведущей в села, установлен мемориал Щучинский плацдарм с танком Т-34. На плацдарме очень много захоронений. До сих пор видны очертания окопов,
С 1959 по 1966 год производилась электрификация сел с помощью динамомашины. С 1971 года села подключены к государственной электросети. С 1997 по 2000 годы производилась газификация сел. 17 февраля 2002 года колхозники сдали свои земельные паи по 5 гектаров в аренду немецкому гражданину Штефану Дюру, владельцу немецко-российской компании «Эконива». Компания построила молочную ферму, засадила поля. Работа в «Экониве» является основным источником дохода жителей сел Переезжие и Щучье. Кроме того, летом очень много отдыхающих. 23 ноября 2005 года Переезжие официально стало селом. Ранее у села был статус хутора. В 1954 году в окрестностях сел Щучье и Переезжие на Дону был найден древний челн 3-е тысячелетие до нашей эры, выдолбленный из цельного куска дерева, экспонирующийся с 1959 года в Московском государственном историческом музее. В 1970-х годах недалеко от села Переезжие были найдены останки мамонта. Недалеко от села находится ферма российско-германской компании «Эконива». Большинство земель, бывший колхоз «Тихий Дон», также принадлежит этой компании. В село ведет асфальтированная дорога. Трижды в день ходит автобус «Лиски», «Щучье», «Переезжие». Есть один магазин. Периодически приезжает автолавка. В селе на улице Коммунистической расположен Переезжинский сельский клуб. В селе есть фельдшерский пункт. В селе живет и творит Денисов Александр Георгиевич, художник-пейзажист. Мало кто об этом знает, буквально в 300 метрах от хутора Переезжие есть место, которое называется Шпиль. Это одно из самых красивых мест с видом на речку Дон в Воронежской области. Дон в этом месте делает крутой поворот и подмывает как бы правый берег с горы, а ее высота относительно реки около 40-50 метров. Открывается очень красивый вид на пойму Дона. К сожалению, мы не совсем дошли до этого места из-за карантина.